будь-яке місто досить важко уявити без площі, відкритої ділянки, де люди збираються на свята або ж на мітинги. Та чи багато їх у Сумах? Припускаємо, що кілька площ ми назвемо. Та насправді ще 100 років тому їх було більш ніж півтора десятка. І вигляд та призначення ті площі мали дещо інакший. Наприклад, була в нашому місті Гоголівська площа. Нині це частина забудованої вулиці Герасима Кондратєва. Сьогодні ми реально стоїмо за нашою спиною по історичним генпланам 20 віка. Тут знаходиться Гоголівська площа. І треба собі представити, що вмісто сьогоднішнього адміністративних здань служби безпеки, прокуратури, був сквер, була така свободна зона. От тут, если закрыть глаза и представить себе формат этой площади, здание 1908 года, вот сзади мы видим голубое, это здание семьи Кондратьевых, основателей города Сумы. Там мы должны себе представить четвертую школу, которая тоже исторически, если мы, наверное, уже забыли, если вот отсюда, с этой стороны заглянуть между этими зданиями, мы увидим также парадные фасады. Здание строилось не только центральной лицевой частью, и сюда. То есть это говорит о том, что оно работало, как говорится, четыре фасада. Все четыре фасада работали на эту площадь. Вот, по сути дела, одна из утраченных площадей города Сумы, которая в исторических генпланах называется Гоголевская. Саме на цьому місці фактично закінчувалися Суми. Відмежовувалось місто Перекопом, який і дав назву вулиці. А вирили його з метою захисту міста та його центральної частини, де розташовувалася фортеця. Вот мы стоим, именно ров, оборонительное сооружение, Перекоп, так в народе было названо. На одной стороне над парком, как предположительно, стояли оборонительные вежи, которые, по сути дела, информировали о противнике. Но до того, как сделать здесь выкопать, сделать перекоп, здесь находилось старое кладбище, то есть по нему было это сделано. И вот там, где находятся жилые дома, реально там собирались рекруты, была площадь. Ми розуміємо, там були конний двор. Тому не зря люди спрашують, а чому Перекоп, Перекоп? Це історичне назва цієї вулиці. Те, що площі були важливим елементом містобудування, Сум можна побачити ще на генеральних планах 18 століття, за часів Катерини II. На генплані Миколи I нараховується вже 14 площ, а на початку 20 століття їх налічувалося аж 16. Та будували їх не просто так, а в першу чергу площі мали для Сум, що були повітовим містом, стратегічне значення. Первое – это разгрузка в связи с пожарами. А мы знаем, что город раза три полностью сгорал. Вот были такие крупные пожары. Первое. Второй момент – это как бы зеленые зоны, парки. В них потом располагались. После этого, вот видите, здесь, допустим, еще даже мы четко не считаем, только деревянная церковь Ильинская. Вот Засумская площадь мы видим. Вот мы говорим площадь, которая потом стала именоваться уже Гоголева. То есть… Павловская площадь, то есть они уже здесь даже в генеральном плане 900 года четко подписаны. Мало того, понимаете, есть еще такой момент, как система оборонительная и проживание, условия проживания. На всех этих площадях еще стояли водонапорные башни. То есть это доставка воды, это питьевой источник тоже был. В стратегическом направлении, чем была выгодна эта система, когда есть центральная часть, как бы бастион, цитадель, и семь лучей? Кто-то ищет там какую-то символику, но на самом деле это, ну, 7-12, вот Сумах, если мы можем сказать, тут несколько лучей. Они имели опять, вот даже здесь мы видим по периметру города, еще в те времена остаются остатки рвов оборонительных. Помните, мы говорили о Перекопской, которая соединяла реку, то есть она тоже здесь была. То есть, по сути дела, город блокировал ворота, и граждане могли отходить в центральную часть цитадель, здесь вести уже оборонительные действия, конница, там транзит людей, то есть им некуда было бежать. Все собирались в центральной части, это была как бы оборонительная часть оборонительной крепости, это тоже имело стратегию. Вже за радянських часів, у другій половині 20-го століття, у Сумах розпочали активну забудову. На місці, де колись були храми, церкви та інші важливі з історичної та архітектурної точки зору будівлі, буквально виростали цілі нові вулиці та райони. А замість деяких площ з'явилися масштабні промислові підприємства. До прикладу, на місці заводу «Селмі», де сьогодні залишилися просто закинуті приміщення, розташовувалася Засумська площа, від якої не залишилося і сліду.
И мы видим сегодня вот в такой инфраструктуре города, в жилой застройке, стоит такая вот, мы говорим, экологическая бомба, которая сегодня до сих пор имеет вот такую антиградостроительную ситуацию. Может, кто-то со мной не согласится, ведь, по сути дела, в центральной части города в свое время Лужпа Михаил Афанасьевич вынес 17 предприятий. Вот промышленного назначения. Исходя из этого, надо понимать, что генплан для того и существовал, чтобы видеть стратегию развития города. А не сиютное, минутное решение, давайте построим, а после нас хоть потоп. Вот мы увидели, что после нас сегодня головная боль во всем направлении связана с этим заводом. Хотя представить себе прекрасную Засумскую площадь в 19-20 веке было бы одно удовольствие с парком, зеленой зоной. На відміну від Гоголівської та Засумської, про площу Незалежності сумчани знають. Проте не всім відомо, що ще 100 років тому на цьому місці було дві площі – Воскресенська біля одноіменної церкви та Миколаївська. Свою назву вона так само отримала від церкви, що стояла напроти будівлі сьогоднішньої адміністрації, та в 30-х роках її зруйнували. На місці, де була церква, нині встановлено пам'ятний знак. Это все-таки была церковь, имела площадь, имела торговые ряды. И рядом вот здесь на углу была уже городская дума или городская управа, городская власть. То есть, по сути дела, здесь формировалась исторически вот часть городского управления, потому что дальше по центральной улице между Спасо-Преображенской и Николаевской была ратуша городская. И вот парк, опять же, хочу подчеркнуть, они были сформированы генеральным планом, это была четко запрещенная зона строительства, кроме храмовых сооружений в какой-то период, и, по сути дела, формировала вот такие разгрузочные территории. При всей этой возможности мы видим историческую часть города, здесь была крепость, здесь было основное движение, здесь было основное представительство города, но в то же время четкое правило – генпланами, еще екатериновскими, были сформированы определенные территории, которые были запрещены для застройки. А сейчас мы видим, это мертвая зона сквозняка. Сегодня мы опять стоим на том уровне, когда площади или какие-то застройки формируются сиюминутным решением, несмотря на период развития города в целом через 100-200 лет. И вот очередной пример того, что двух площадей нет, уютных с парком, мы получили громадную территорию, с которой не знаем уже сколько лет, что делать. Ушел Ленин, эта площадь, мы видим завтра, это здание будет пустым и неинтересным. Здесь нету людей, здесь нету жизни, здесь нету города. Город вот там весь.